В апреле 2021 года я столкнулся с такой болезнью, как коронавирус. Болезнь у меня протекала достаточно тяжело. У меня была высокая температура, низкая сатурация и одышка. Первые 7 дней я лечился дома. Затем, по ухудшению состояния здоровья, врачи отправили меня в областную инфекционную больницу, где меня там даже подключили к кислороду. Убедившись для себя, как тяжело протекает болезнь, я решил привиться. И считаю, что вакцинация может остановить коварную болезнь.